Привет, добро пожаловать на канал Inform TV. В декабре 2020 года знаменитая британская актриса Кейт Уинслет отпраздновала 8-летие счастливого семейного союза с третьим мужем. Стоит отметить, что для Кейт эти отношения являются самыми продолжительными. Трижды актриса выходила замуж и в каждом браке рожала ребенка. Ее первый супруг – британский режиссер Джим Триплтон. Познакомились они в 1997-м на съемках фильма «Экспресс в Марракеш». Кейт тогда уже была звездой мирового уровня после громкой премьеры «Титаника». А Триплтон находился в начале своей карьеры, ассистировал режиссерам, а иногда снимался в эпизодах. Для Уинслет это не имело никакого значения, и в ноябре 1998-го она вышла за Джима замуж. Через 2 года у пары родилась девочка Мия. Но еще спустя год супруги развелись. К счастью, при этом смогли остаться в хороших отношениях. Джим обожает дочку, всегда заботится о ней, они прекрасно общаются. А в одном из интервью он с гордостью рассказывал, что Мия целеустремленная и уверенная в себе. Во многом эти качества стали базовыми для того, чтобы девушка смогла продолжить творческую династию. Мия редко бывала с мамой на съемках, тем не менее атмосфера кино ее очень впечатляла. С подросткового возраста она мечтала об актерской профессии, а в 13 лет дебютировала в исторической драме «Версальский роман». Там она снималась вместе с мамой. В 2020 году состоялась премьера триллера «Тени», где Мия сыграла одну из главных ролей. Теперь она по-настоящему ощутила на себе правдивость маминых слов о том, что актерство – это слишком тяжкий труд. Особенно много усилий ей пришлось приложить, чтобы выучить текст. Но останавливаться Мия не собирается. Журналисты написали о ней, что выросла, цитата, «папина копия и достойная мамина смена». Кейт выбор старшего ребенка уважает и одобряет. «Мы уверены, что еще не раз увидим имя Мии Триплтон в титрах знаменитых фильмов. А как вы считаете, похожа ли девушка на свою маму? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!»